Не то. А вот это или не ты? Уже сдурела. Ну есть что? Ну конфеты. И все? А, вот. Вот чем мы. А какие конфеты? Ну что это, конфеты? Я просто обожаю такие блокноты с такими замками. Так это же не конфеты. Ну вот вам конфеты, извините. И все? Ну и вот это вот, и все. А что? А, так я тебе, наверное, одна коробка конфет на Рождество, ты ж не посмотрела. А вторая на сегодня, на старый Новый год. Да? Интересно, я хочу посмотреть. Понятненько. И что там? Ну, какие конфетки. Чупа-чупс. Так, это и все. Печеньки. Шесть конфет и сок. Открывай эту. Высыпать? О, тут побольше. Ну, давай. Давай посмотрим, где больше. Ну, здесь, конечно, больше. Ну, не знаю. Ну, да. Ой, это я люблю такую. А что, такие уже? Сейчас, мам, я принесла ножницы для... А ты пока что покажешь. А зачем тебе ножницы? Так оно так откроется. На, иди доставай. О, пушистый. Сейчас я тебя не снимаю. Ты же лежишь по-домашнему, как мам, всегда. Смотри. И лапки. А можно вот так вот перевернуть, знаешь, как? Ну, к нам. Ко мне, вернее. Интересно. Да нет. Интересно, а на что это он тебе принес? На Рождество или сейчас, как ты думаешь? А как это все снять? А я откуда вы знаю? Ну, видите. Что найдется над тобой, Тяруша? Издеется над тобой. Компьютер забросала кучу, и ничего не дает. Замок настоящий. Светочку. Класс. Вот сюда. Ой. Ну, конечно, потому что он линяет. Как ты хотела. Щедрёвник мой, щедрую колбаску. Твоё. Чую. Твоё. Какую ты сегодня пела песенку? Самую главную? Ну давай, давай стих, который ты сегодня самый красивый рассказывала. Оно вам лето на красном лето, куда конь хвостом, туда же и так хвостом, за козарогом, туда сеном стогом. Сколько осиночек, столько вольмиственничек, сколько елок, столько корок, сколько свечек, столько овечек. Счастье вам, хозяин, с хозяюшкой. Большого здоровья, с Новым годом, со всем родом. Умничка моя, скоро расхитровала. Это крестный подарок. Ну, вот эти я крестная подарила. Что надо сказать? Передай крестный привет. Передай привет. Передай, она же смотрит на это. Ой, еще одна. Илюха здоровый? Да. Илюха пострадал, бедный. А чего? А в садике толкнули, голову разбили. Ее в садике? Угу. Чарлуша, правильно. Вот это вот нюхай, и это приноси домой. Ты понял, он монету просто так. Ага. А это еще, видишь, носом дальше. Чаруня. Эх, Чарунька. Чарунь, хочешь, я с тобой поделюсь?
хочет. Видишь, он хочет, хочу, хочу. Сейчас щедрую колбаску чую. Чарлуша чует колбаску. Да, хочет вкусное. Ой, Чарлуша. Доченька, только надо нам быть аккуратно, потому что если он украдет конфетку, это будет очень плохо. Же короче, знаешь. Чарлуша будет уже спать на этой кровати. Иди смотри, деньги как держит. Возьми денежки. Это такие, так давай. С огоньками. Ангелина, через порог не давай. Заходите сюда. Не, да надо тебе дали. Да. Заходи ты. Через порог не давайте. Все. Сейчас здоровья. Вам тоже. Крепкого здоровья. Я за что, видишь, она. Вот, Ангелина, да. Ну давай ты сюда, Валута. Что вы там стоите, как бедные родственники? День-день-день, звенят звоночки. К вам пришли сыны и дочки. Мы пришли пощедровать. С Новым годом поздравлять. А? Собдаем. Ты что-то вот, таким, в таком красивом костюме пришли. Давай двоим, что два друга идут. Что зашли, молодцы. Идем туда, смотрю, Дед Мороз клыгает. Может, ему санки надо дать, да до дома довезти. Да?